однако, здравствуйте, с вами Камиль, и мы продолжаем прохождение Dark Souls Prepare to Die Edition. Ну, по местному появлению видно, что я продолжил серию буквально после предыдущей сразу, так что мы продолжаем в том же темпе двигаться, работать, исследовать локацию. Нам тут небольшой кусочек исследовать, где мы... Вот, реально, вы помните это место? Это очень, вот, такое небольшое, небольшая низинка. Япона, мать! Кошка! Кошка! Кошка, нет! Кошка, нет, отпусти! Отпусти, кошка! Отпусти! Отпусти! Я просто растерялся, капец. Ага. Так, как раз хилиться опасно. Так, мы ее убиваем стабильность, это хорошо. Хорошо. Нет, 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 кошка! Кошка, отпусти! Кошка! Убьешь же, кошка! Кошка, отпусти! Чего она не нанесла урона? Что было сейчас? Что это было? Да камон! Да камон, кошка, сдохни, пожалуйста! Как меня бесит эти кошки! Надо текать! Надо текать, пацаны, текать! Третья пришла! Борода! Нет! Я вошел! Перепутаю кошки! Надо мамить по одному! Мы пришли с другой стороны, к кошкам, с другой стороны! Они должны вообще быть... Вот, то есть мы должны заходить в эту часть локации вроде как с другой стороны. И тогда мы бы сражались по одной с ними, максимум с двумя. Здесь-то нет, я и забыл про это. Так, давайте... Встречать наших пацанов снова. Давай, и все. Ой, ё-моё. Да. Маг, я тебя просто. Один. Действительно много душ, и то, что я умираю и не умираю два раза, то это меня как бы немножко спасает. И сюда. Смотри, ждет, пока бор подойдет нам со спины. Ой, зря. Я попал по нему? Как попал? Так вот. Ну, чем ты отхилился, парень? Зря. Ну, что это делать? Отхилил, главное, про вора забыл. Это, конечно, я гораздо грязнее пошел в часть. Пихали всякого разного. Погодите, а что не посидел за костром? Почему все это часть? Или костер не возожженный? А, ну не суть, важно, ладно. Заберем души, отомстим гребаным кошкам. И пойдем туда, куда надо идти. Да ё-моё, ну что со мной такое? Почему я щит не поднял? Не захотел поднять щит и не поднял его. Это мое право. Понял? И не ты будешь меня критиковать. Сознал? О, как больно, писос! Не-н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 е. Я здесь не сдохну. Прости. Да твою мать, ничего за фигня! 29 тысяч в топку, ну ё-моё. Заторопился, я знал. Это классика Dark Souls, господа. Вы умираете, начинаете. Перестаете быть осторожным, потому что хотите быстрее пройти. Да, все не возожжен. И все происходит по новой, каждый раз заново. Все каждый раз все хуже и хуже. Первый раз был самым эффективным. И вообще. Давайте быстро развалим этих дебилов. Да. Что это за магия, блин? Куда ты зря сделал? Ты сейчас умрешь. Женя. Так, вор. Вор бежит. Вор! Ну, если ты хочешь, то окей, на. Учи. Я даже три раза могу дать. Ты четыре. Женя. Ну как бы да, здесь зафармить души не проблема. Вот в этой месте. Это не проблема. Давай. Ну ё-моё, ты же не очень умный, да, тоже? До свидания.
Пишите письма мелким почерком. Так, ну, конечно, потеряли, конечно, все проходит идеально, практически. Как-то что? Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Ух ты, ой, какой бронированный, нифига себе. Удар быстрый-то пропустил, да? Дэшбокстеп пропишем, Саня. Большие грибы трогать не будем. Ну, в принципе, ну, кошкам нет смысла кинуть уже, хотим отомстить ведь, так? Отомстить это важно. Это важно. Вот, 13 тысяч с мордой. Могу там попробовать сделать то, что, о чем я говорил. То есть этот эксплойт на фарм использовать, показать вам вообще правильно ли это помню. Ха. Теперь пойдемте трогать кошек. Всем, кому нравятся кошки, эти кошки не должны нравиться. Это плохие кошки. Нехорошие. Совершенно нехорошие, абсолютно, на 100%. Так, грибы, вы же не поедете за мной, да? Ну, с чего очень медленные для того, чтобы догнать меня. Не-не, они просто охраняют открытый сундук. Их жизнь в этом сундуке. А потом они смотрят на меня, смотрят на открытый пустой сундук и такие... Джек Воробей! Я знаю, блин, откуда здесь труп. Он из-за кошек здесь. Да-да, псина, я тебя помню. Точнее, как псина. И сюда, и сюда. Смотрите, умчалась. Ропшница. Ну-ка, на. Получи, еще раз получи. Да-да-да, иди сюда, иди сюда. Иди сюда, милая. Я, знаете ли, могу и с лука пальнуть. Орум, кстати, луком нахуй наносится нормальный. Возвращайся, мелкая тварь. Как? Такая же вилка. Если тебе так, на, получи. Гори. Ха-ха-ха-ха. Я. Великие носки. Блестящий был. О, вторая вышла. Ну, начал он двоим. Даже троим. Это будет... Ой, я думал, это будет шикарный выстрел, но... О, замечательно, ну развалили. Шикардос. Вы между деревьями не пролазите, толстые твари, да? Это нехорошо. Так, камон, наведись. Наведись. Да-да-да, молодца, молодца, так, так и надо. Отступаем. Наступаем, отступаем. Ица, ица, сади. Ой, нехорошо, это нехорошо, это нехорошо! Нас сейчас развалят здесь опять. Да-да-да-да-да. Ну-ка на. Жопушница. Не попал. Так. Надо отхиляться. И продолжать сражаться. Возможно, уже мечом. Ну-ка, иди сюда. Камера меня убивает. Камера убивает меня надежнее, чем все остальное. Отлично попали. Замечательно. Еще разок. Замечательно попали. Замечательно. Еще разок. Все. Месть кошкам свершилась. Фу, запинали, тут, понимаете, меня втроем. Нечестно. Я их тоже нечестно запинал. Но это было мое право. После того, что они сделали, никакого прощения им уже не было. Не могло быть, так сказать. Что у нас здесь? Есть у нас мост. Да-да-да, мы здесь были. Здесь против ничего больше нет. Ничего нет. Ничего нет. Ничего нет. Ничего нет. Нет, ничего нет. Побежали к могиле Артоэс. Будем смотреть на это, весьма грустное место. Насколько я понимаю, в могиле Арториаса, ну, на могиле Арториаса хоронили в том числе многих великих воинов. И многие воины, может, приходили туда. Либо же, наоборот, там сейчас, ну, просто там очень много мечей торчит. И, возможно, я предполагаю, что... Это мечи тех, кто, наоборот, пытался покуситься на могилу Арториаса и пытался ее разграбить. Кстати, узнаете мост, да? Вот мы часто бегали вот так, бежали вот так, вот так, бежали направо. Здесь мы встречали два садовника наверху. Узнаете, да? То есть Арториаса похоронили в том месте, где у нас костер волчий. Так, здесь нельзя спрыгнуть? Речь только к своей смерти. Угу, понятно. Так.
Давайте, заходим. Тут без символа зайти вроде нельзя. Да, нельзя. Или можно. Понятно. Мы заходим. Вот. Да, вот видите, огромный меч, просто огромная могила. Куча могилок поменьше, все разрушено, потому что мир в упадке много сотен лет уже. И где же охранник этой могилы? Страж, точнее, не охранник, а страж. Нехилый меч Арториса, да? Мне кажется, он даже больше, чем был Арторис на самом деле. Опа. А вот и волчонок, которого мы спасли. Сиф. Привет, Сиф. В оригинале он просто нападает на нас. Но здесь... Он нас узнал. Он помнит своего спасителя. Верность другу превыше всего. И он будет защищать память Арториса до последнего, до конца. А нам придется сражаться с ним. Кажется, не знаю, Сив даже нехотя взял меч. Ой, понял. Давай, великий волк Сив, нападай. Два удара, да? Не попал. Валдар, да? Удар. Хорошо. Стабильность убиваем. Ой, в смысле, он пробил нас, я закрылся щитом. Мы жестко его дамажим, конечно. Третий удар. Третий удар, кажется. Третий удар будет. Третий удар будет! Не попал. Повезло, повезло. У него, кстати, небесный меч Артурес, заметьте. Который нежить просто уничтожает. Раз, два. Вторым ударом понятно, он по ногам бьет. И тут надо либо ворачиваться, либо что делать. Сиф подвижный, капец. Не попал. Сиф, даст подлечиться? Возможно, даст. Да, даст. Спасибо, Сиф. Не попали. Зато он мог попасть по нам сейчас. Да ё-моё, почему я так просил? Я... Понятно, нельзя закрасить щитом от этой атаки. Нужно прятаться. Так, Сиф нас сейчас развалит. Макаром, если будем продолжать свою пыль делать и промазывать мечом. Последний эстус. Убиваем. Бьем Сифа. Спасибо. Так надо. Так, упал. Блин, какой он ловкий. Да ё-моё. А почему он не пробил нас? Он нас не пробил? Серьезно? Почему урон по выносливости тут нанес? Давай, давай. Знаешь, что музыка? Ой-ой-ой, нифига себе, какая-то новая атака, я не помню. Не попал. Тоже надо уворачиваться, он по ногам иначе бьет. Зажал в пасть, понимаете, огромный меч. Ой, это плохая мысль. Фу, повезло. Бьем. Можем успеть. Нет! Ладно, мы еще живы. Главное не пропускать удары. Какого фига? Нам хана сейчас, да? Чуть не умерли. Не попал. Сиф хорош. Фух. Что-то он зачастил это так, как он понимает, что он может меня убить. Удар, еще. Ой, сейчас я об этом пожалею, я сдохну, да, из-за этого. Боже мой! Сиф! Да нет, я не могу, ну вы чё? Я не могу его бить в таком состоянии, ребята! Да камон! Сиф! Давай просто возьму кольцо и уйду, ну черт подери! Да не. Прости меня, Сиф, прости меня, Сиф.
Здесь нет того... Здесь нет того, что я хочу показать. Ну как так? Это просто, не знаю, это удар по игроку в сердце. Бой с Артси. Волчонок, которого мы когда-то спасли, и в итоге мы же его убили. Что мы подобрали-то в итоге? Кольцо Арториса. Кольцо символизирует орден рыцаря Арториса и твари из бездны. Владелец, как и сам Арторис, может путешествовать по бездне. Вы узнаете, что это за бездна, и она реально существует. Это реально бездна. Также мы подобрали, получили душу Сифа, да? Душа Сифа, которую наследовал небесный меч, позволяет получить большое количество души и создать уникальное оружие. То есть, допустим, небесный меч, но мы его не создали. Вот, видите, сколько здесь мечей. Видимо, это все, кого завалил Сиф. А здесь у нас лежит трупик в истлевшем обмундировании. И на... у него кольцо с шерстью. Шершня. На трупе кольцо с шершней. Кольцо тоже нашей знакомой. Кстати, у нас все четыре кольца есть. Четырех лицей Гвина. Вроде как. Одно из особых колец, дарованных четырем рыцарям Гвина, кольцо с шершнем, принадлежало клинку повелителя Сиаран. Усиливает критические атаки, позволяет истреблять противников. Кинжал Сиаран наносит смертельный удар врагам повелителя Гвина. То есть Сиаран таки умерла здесь, в могиле Арториса. Тоже не оставила своего друга. Может и не только друга. Ну, давайте уходить отсюда. Я даже не хочу идти через лес, я... Косточку. Ох, капец. Ну, вот, я не знаю, вот этот именно стадия, когда Сиф уже почти мертв, он, ну, он уже не может сражаться, и ты это видишь. Просто ужасно. Ужасно жестко. И очень грустно. Вот реально. Давайте переноситься обратно по Алачи. Поселок, говорит, а? Поселок. Вперед. Эх. Сиф. Ну вот он. Держал свою клятву, так сказать, свой пост до конца, как и подобает верному другу. Понятно, что он не просто пес. Ну, не просто волк. Его интеллект не... Ничто не заставляет сомневаться в том, что он был как бы абсолютно разумен. Не менее, чем мы, допустим, сами. Так. Давайте качнемся. Мы хотим интеллект и веру, да, чтобы открыть... не выносливость сегодня пока еще. Чтобы таскать меч Арториса. Ну теперь... Давайте-ка, наверное, сделаем вот так вот сейчас. Думаю, человечество использует, только на фармере. Обратим опустошение. А, я забыл. То есть мне сейчас надо нафармить денег, чтобы взять большой щит Арториса. И сделать его. А, так. А у меня есть-то этот... чего? Чувак? Чувак? Он не встает из костра. Кажется, он грустит по Сифу, да? Ладно, ребят, хорошо, сейчас я пробую это исправить. Да ну иди сюда. Так, наш Сэм соизволил встать из-за костра. Так что давайте двигаться дальше. Что хотел? Куда хотел двигаться дальше? Я хотел вообще сделать этот же... Я хотел сделать щит Арториса, и мы плюс 9-то можем сделать, кажется. Давайте попробуем, может быть. Так, сейчас я прогуглю, секундочку. Посмотрим, что нужно для того, чтобы сделать щит Арториса. Так, ну, Википедия говорит, что нужен любой щит плюс 10. Так что давайте-ка мы перенесемся в Норлонда. Мы уже заработаем за одну душу на стражах, когда бежим до нашего товарища. Нашего товарища кузнеца, гиганта. И пытаемся с ним прокачаться. Так, милая, что ты нам скажешь? Кажется, вы не разговаривали, да, после? You've made it back. Very well. Go ahead. Even. А, ну да, понятно, да. О! Понятно.
Понятно, это уже слышали, до свидания. Спасибо. Бежали к нашему чуваку. К нашему гиганту. А, старый добрый солнечный Нарлонда. Но, кстати, есть нюанс. Нарлонда совсем не солнечный, на самом деле. И что мы видим? Это лишь иллюзия. Наколдованная Гвиндолином, сыном Гвина, который старается поддерживать иллюзию того, что в городе богов все еще есть свет. Не помню, говорю я про это или нет. Кажется, говорит. Ну, если не говорил, то хорошо, что сказал в этот раз. ТС. Ну, та серия такая полуфункциональная, потому что Сифа мы, конечно, победили. Это продвижение по игре определенно. Ну, еще немножко сейчас пофармимся здесь. Я надеюсь, нам хватит 20 тысяч, чтобы прокачать конь щит до плюс 10. У нас вроде есть все обломки, все подряд, и еще душ потратим. И сделаем себе большой меч, большой щит Арториаса. Большой меч мы понять не сможем, так что будем драться только щитом. Но я думаю, в принципе, это то, чего нам хватит, так сказать. А, еще Mortal Hunter наш прокачает до плюс 11, плюс 12, плюс 15. Оружие в первой части прокачивается до плюс 15 до максимума. А я забыл про это. Хорошо, надо качнуть. А, мне надо было бежать из замка Нурлонда, а не из подножия. Ну ладно. Окей. Надо будет так. Чтобы убивать там всех этих серебряных рыцарей и так далее, и так далее. Ребят, здорово. Го по одному. На тебе ногу. Один же пошел, один шел. Давай, давай, и сюда. Попал. Точнее, попал, но в щит. Ой, вот это все не попал. Ну, чувак. Попал, ага. Удар. Тут. А, так мы за удар будем убивать. До свидания. Теперь ты. Парень. Сюда. Ой. Он сбивает на стабильность. Мощный. Но мы тоже мощные. Так, плюс 3000. Ага. Побежали бить. Смотри, какой наглый парень. Ну, мы такие, оба! Свидание. Просто аннигилирован. Он был аннигилирован. Ты думаешь, я с тобой в игрушки пошел играть? Ты ошибаешься. Замахнулся и улетел. Шикарно. Это то, та судьба, которая ждет всех демонов. Если так. Погодите. Погодите. А я ж забыл, я его ударил. Твою мить. Нам нужно идти к... Я понял, да, все, я понял. Нам нужно идти к тому типу, который замаливает грехи. Я же к нему ходил в одной из серий. Я офигел от того, сколько душ на нем нужно. Давайте как-то пройдем через замок. Нафармим душ, пойдем отмолим себе грехи в уезде нежити. Потом придем к нему обратно. Ё-моё. Я по нему Цахандром залепил случайно. То есть реально случайно. Это было тупо. Но действительно случайно. Сюда. Попал, ну, то есть попал. Раз. Ой. А, не пойдет, надо же. Два. Еще разок. Опа. Не ушел, не ушел парень. Так, с этих 3000 падает, да? Нам нужно забежать, убить драконоборца наверху. Еще полный цикл пройдем в таком случае. По этим местам для фарма. Я здесь фармился вроде как, только помню. Ай-яй-яй-яй, можете и убить меня, ребята. Ну, одного, конечно, нет. Второй зуб, он может заплатиться. А, нет, он не может заплатиться. Фу, я уже подумал, он может заплатиться. Нифига себе, скалолаз, блин. При таких габаритах. Давайте биться с ним нормально. По-человечески, так сказать. Сейчас. Ты ничего не хочешь прописать мне? Хочешь. Это просто... Мне что-то напоминает. Не могу вспомнить, что. Ну, чувак, ну как ты не попал-то по нему? Ё-моё. Так, окей. Ёп, он сейчас ее убьет нас. Это печально. Да-да-да. Ой, нет, хилится. Ну и хилится. Мы тоже хилимся. 1-1, паря. 1-1. Один удар.
удар и удар. Наш раз. Еще разок. Пас. Попали. Безумно хилиться, пожалуйста. Раз. Класс. Удар. По щиту, ну серьезно. Когда ты бьешь и попадаешь ровно по щиту. Это просто талант Дарка. Фу, конечно, завалили. Че не упал, смотри. Не упал. Но душ падает. Душ падает, это хорошо. Я не помню, сколько тысяч нужно было для того, чтобы сбросить грех? 50? Я просто точно помню, возмущался. Думаю, сколько, блин? Сколько ты хочешь с нас получить? Ну, с тех пор ушло много времени, так, видите? Мне кажется, ушел не в ту дверь. И поэтому мы уже, кажется, можем себе это позволить. Наш лимит, так сказать, подрос. А, вот, все. Я уже думал, блин, куда идти-то? Куда идти? И сюда. Так, здесь был титанитовый демон. Здесь нас ждет то... Не ждет там товарищ. Ждет внизу, значит. Иди сюда. Давай, 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 давай. И неси свое копье ко мне, парень. Раз, два. Просто фух, взорвался. Парень взорвался. Сгорел на работе. И раз. И два. Главное не закрывать щитов, парень. Все будет классно. Все будет ровно по плану. Здорово. Ой, большой, конечно, капец ты. Капец какой большой. Большой-большой. Раз. И два. Надо же, не прокатило. Да хорош. Серьезно. Убить можно, знаете. Еще одного бахнем. И пойдем проверять, сколько там нужно. Еще потратить всякие души героя. Там туда-сюда. Нам это не сильно важно. Души — дело наживное. Ну, если нам понадобится слишком много денег для того, чтобы потом прокачаться, то я просто... Я просто потом это, типа, вне записи сделаю. А так, ну, посмотрим. Будет такая служебная серия. Служебная. Полуслужебная. Я еще бой с Сифом, все-таки. Так, а Солер же отсюда ушел, да? А, кстати, я запомнил плюху про Солера одну, то есть... Нам нужно докачать себе уровень в Ковенанте Нежити, ой, нет, в Ковенанте Великой Госпожи, вот это, ой, Бедной Госпожи, точно, только звать, вот этой паучихи, которая в Изолите, чтобы получить проход в Изолит раньше Солера и спасти его от смерти таким образом. Если мы этого не сделаем, он умрет. А нам этого допускать ну никак нельзя. Солер — классный парень, позитивный воин солнца, в конце концов. Один из немногих лучиков света в этой игре. Так, давайте здесь всех убьем сразу. Сюда не. Ну, ё-моё, ну, конечно, 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 конечно. Сюда не. Чувак, ну ты меня тупо не пробиваешь, давай. Твоим правде в глаза. Замахиваешься своим одуручником дольше, чем я с Хангером. Мирный? Тебя не мирный. Сюда не. Так, надо сюда пройти через... Белочков нет смысла убивать. Наверху будет много тел, которые от нас будут что-то хотеть. Ой, этот парень точно. Нет, это так уже не работает. Мы с тобой, приятель, уже на совершенно иных уровнях. К сожалению, для тебя. Так, тут куча дебилов на месте. Ага, да-да-да-да-да. Фига, долетел до меня прям. Опасно. Хорош. Семей будет сильным ударом, непонятно. Я потому что могу. Ой, блин, ребят, ну хорош, хорош, хорош. Ты попал вообще, нет? Да хорош, просто они бесят. Просто скоростные... Ё-моё, не лезут и лезут. Скоростные включенные тут, целая толпа. А, все, вот. Такие забить могут, знаете ли. Просто все в больнице на выгоде. Выгоде, на выгуле. Но слава богу, мы бронированы по самой не хочу. Играем за тяжа в этот раз. Я просто каждый раз, пока проходил Dark Souls, я такой, надо пройти пытаться новым, по новому стилю. И я каждый раз играл середняком. Ну такой, знаете, типа ловкач щитом. Условно тяжелый, условно легкий. А сейчас, ну прям, хотя я сейчас по ловкости середняк, по подвижности.
Потому что в первой части есть три типа подвижности. Совсем легко, когда там кувыркаешься, как не знаю кто. Это средняя, как у меня сейчас. Есть тяжелая, как тот рыцарь, помните, который прыгнул прямо под мои ноги. Ну да, да, да. А, дай 500? Да, я готов. Пожалуйста, отпусти мне грехи. Фух, ну сейчас вас телепортируют к обратно к гиганту. Ну, рыцарь не выдержал удара от Свайхандером. И теперь он пал. И он даже может меня бить оттуда. Ну-ка, если я по нему вмажу. Готовы? Эй, щитом закрылся. Алло. Текстуры не спасли тебя, брат. Так, момент истины. Сейчас мы прибежим к нашему парню. Нашему гиганту-кузнецу. И дай бог, он будет нас прощать. Он простил нас. Я кучу заплатил за этот душ. Отпустил грехи. И он просто сидит работает. Кайф, шикарно. Фу. Вот видите, чтобы друг вас простил, нужно просто продать душ. Я очень удивился, что он говорит, а вспомнил, что он действительно говорит. Остыл парень, давай будем качаться. О, может там еще тоже скачнуть? Мы его использовать не можем, так что пофиг. А можем качнуть... А, мы не можем качнуть, кажется, Сайхандер до тех пор, пока у нас нет... Пока у нас нет... Пока у нас нет большого угля. Вот, сторону ему отдать. Я не помню, где он находится. Ну ладно, найдем. Так что давайте прокачаем какой-нибудь щит. О, блин, не дай бог, у меня с собой щитов нет никаких. Вот вообще. А, мне это сколько цени-то? Лол. Давайте. Мне вроде стоит недорого. 10, да? Я, правда, деньги на это потратил, капец. Так, какой-нибудь щит. Любой щит надо начинать. Просто сам лоховской. Так, давайте вот получим. Надеюсь, это будет нормально. Оп. Надо было, наверное, не уникали щит качать, я что-то обманул в этом моменте. 5 перенес снаряжение. А, нет. Усилить оружие. Нет, я буду все-таки изменить. Йок, Макарёк, тут нужен уголь, который лежит у нашего кузнеца, у Андре. Я сейчас куняю туда-сюда. Так, Андрей, все, вести улучшено. Да, спасибо, Андре. Спасибо. Теперь обратно. Да, конечно, я знаю, что можешь, парень. Что можешь. Рукает прямым мечом молнии, спасибо. Понял. А, вот оно. Да. Во, большие щита Торреса. Нойс. Можем его улучшить? То есть, если мы будем улучшать, что это будет давать? Будет улучшить у него стабильность или нет? Большие щита Торреса. Нет, будет только атаку увеличивать. Стабильность не увеличивает. У него так 88 стабильности, это офигенно. Спасибо. Так, давайте почитаем. Про щит. И будем закрепляться. Мы просто сделали все. Все, что надо было сделать. Щит, порожденный душой Сифа, великого волка, стража могилы рыцаря Артория, сопутника бездны. Отражает урон и обеспечивает магическую защиту от различных воздействий на характеристики воина. Просто шикарные защитные характеристики. Ну, от магии полтинник. От молнии тоже так себе. Но зато стабильность высокая. Можем взять левую руку. И не перевесится при этом. У нас 5 весит, а щит Артория, скорее всего, весит прям дофига. 16. Да. Еще сколько у него сил нужно? 34, а у меня сил сколько? 29. Ну ё-моё, то есть мы вообще не можем взять, да, это дело?
А, ладно. Окей, я, может, за кадром прокачаюсь, может быть, нет, может, пойдем к манусу просто так. В общем-то, где мой щит? Серебряный. Вот он. Серебряного лица. Ну что ж, давайте-то закрепляться на этом. Я сейчас буду телепортироваться обратно в Лачиль, нам нужно там в любом случае бегать. Или может мне здесь пофармиться на 5 левелов, чтобы взять хотя бы 4 Торриса в руки. Или он там, честно говоря, у Манусу он не сильно нужен. Или по-хорошему мне нужно нафармить сколько уровней. То есть там для меча Арториса что нужно, чтобы взять его? Меч бездны. 18-18, значит, сколько мне уровней нафармить? 5 сюда, вот 9 туда, 14, и еще 5 на силу, 19 уровней, это 1020 на каждый, 1400 с душ, это долго. В общем, я вам говорю, пойдем займусь, если у меня будет время, времени очень немного. Может быть, не займусь, и пойдем так, панус. А может, не пойдем. Ладно, давайте, в общем-то, я буду разбираться за кадром. А сейчас всем спасибо за просмотр, удачи и пока.